Продолжаются работы по благоустройству города. На прошлой неделе мы рассказывали вам о новом скейт-парке и игровом комплексе в районе путепроводной развязки. В настоящее время уже выполнены этапы по монтажу бетонного и щебеночного оснований. Рабочие приступили к укладке асфальта. На объекте работает 8 единиц большегрузной техники, катки, асфальтоукладчик, погрузчики и 20 человек. Потребуется больше 2000 тонн асфальта, по 2 километра крупного и мелкого бордюра. Высококачественный асфальт, конечно, идет вот сейчас на доломитовой основе, то есть крошка доломитовая. Это очень прочный материал с маркой подробимости 1400, то есть качество будет очень высокое. После того, как будет уложен выравнивающий слой, рабочие приступят ко второму этапу. Третий финишный слой, когда завершатся все основные работы.